большая потертость уже. Шло около месяца. Доставка курьерской службой. Ну, карабулька раздавлена в двух местах, здесь и здесь. Попробуем достать. Так, софт-тач такой приличненький. Коробок. Краткий мануал. Ну и соответственно хороший такой мешочек, которым можно даже очки протирать. Так, здесь у нас плоскогубцы, подмагничено. Ну, ход нелегкий, но тем не менее все приятно щелкает. Вот само лезвие. Берем один листочек, заточку из коробки, будем проверять. Ну, режет довольно-таки хорошо, хотя оно и не тонкое. Здесь сведение не в ноль, но довольно-таки мощное сведение. Где-то больше сантиметра сделан клин. Ну, не бреет, конечно, не, хотя бреет, в принципе. Нормально бреет. Вот. Лезвие сразу видно, не будет такого вау-эффекта приготовки, как от Викториноксы, ну посмотрим. А, как же достать? Ага. Ножолка фиксируется, это уже хорошо. А лезвие без фиксатора вообще. Ну ничего. Здесь еще есть ножницы. Ножницы, да, действительно. Очень даже достойные ножницы, как многие говорят. Сделано на совесть. Сменные накладки. Поэтому уже есть вероятность того, что можно будет купить дополнительно. Так, весь оставшийся инструмент извлекать, конечно, сплошное мучение. Не имея ногтей, но тем не менее у нас здесь есть отвертка, есть открывалка типа универсального венгера, и здесь есть еще очиститель для снятия изоляции. Ну и шикарная вещь — это стропорез и также отвертка крестовая а-ля Philips. Вот, в принципе, и все, что у нас здесь есть. Так, это, я думаю, можно будет убрать. Ну, на ножолку там нарицания не было. Как бы вот, в принципе, и все. С этой стороны у нас только ножницы и нож. Еще есть маленький, еле заметный стеклобой. Вот он. Его при желании можно, конечно, и скрутить. Ну, весит существенно. На кармане, как он будет ощущаться. Ну, на кармане он как-то так выглядит. Одевать его легко, но только под правый карман. На левый карман клипсу переставить, я думаю, не получится.
Хотя, в принципе, на левой можно, может быть, даже и лучше будет. Торчит меньше. Но, тем не менее, как многие отмечали, этот вариант только лишь для того, чтобы носить его в рюкзаке. То есть, закинул в рюкзак и вперед. Для города он незаменимая вещь. Ну, что будет дальше, посмотрим позже. Как он себя поведет. Пока как-то так. Ссылка на продавца будет в описании. Оцениваем это видео лайком либо дизлайком. Пишем, что вы будете дарить на Новый год своим друзьям, коллегам, родным. Ну а пока как-то так. Всем пока.